Россию не удалось задавить санкциями, но необходимо понимать, что борьба нашей страны за место в мировой экономике продлится еще долго. Об этом сегодня заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он запустил 5-й сезон масштабного кадрового конкурса «Лидеры России». К флагманскому проекту платформы «Россия. Страна возможностей» присоединились уже десятки тысяч участников. Обращаясь к конкурсантам, Кириенко отметил, что вызовы времени требуют талантливых управленцев. Сегодня финалисты и победители «Лидеров России» участвуют в качестве добровольцев в специальной военной операции, работают в органах управления всех четырех освобожденных регионов Российской Федерации, работают добровольцами, врачи, победители конкурса «Лидеров России» сегодня работают в госпиталях, в том числе на передовой. Вот, знаете, если ты можешь в такое время, значит, ты должен.